В Бердске этой осенью намерены сдать в эксплуатацию новый детский сад-ясли на 110 мест. Объект станет частью образовательного кластера. Сегодня ход работы оценил глава регионального Минстроя. Почему в профильном министерстве считают объект уникальным и с какими трудностями столкнулись строители? В сюжете моих коллег. Здание детского сада площадью больше 2500 квадратных метров в центре так называемого образовательного кластера. Здесь же в микрорайоне Южный в Бердске совсем рядом детский сад на 250 мест и современная школа на 1100 учеников. Проект типовой, принципиально ничего нового, за исключением одной детали. Контракт с застройщиком заключили под ключ. Впервые. Иными словами, если раньше конкурсы проводили отдельно на разработку проекта, строительство, отделку и оборудование, то сейчас этим будет заниматься одна организация, единожды участвовавшая в аукционе. Это пилотный проект. Я думаю, что все последующие объекты мы будем строить именно так, потому что это сокращает сроки, это сокращает как бы трудозатраты, поэтому на сегодняшний день самый оптимальный вариант. Изменение законодательства 44-го закона позволяет нам на сегодняшний день как бы делать такие вещи, и мы как раз идем по этому пути. Такой подход устраивает и строителей, и подрядчиков. Все в одних руках, и цена известна сразу. Это первый объект у нас, он и в области, наверное, первый. Сложно? Да не сложно, но по идее так и надо, наверное, строить, потому что так проще, меньше стыковочных звеньев. Есть различные субподрядчики, которые выигрывают то с Алтая, то с Перми, то с Санкт-Петербурга и так далее, и так далее. С ними сложно заниматься и контролировать процесс работы. Кроме того, никакого демпинга в процессе торгов и, соответственно, качество строительства не страдает. Меж тем, не все от строителей зависит. Они зачастую сталкиваются с нерасторопностью местных властей при организации инфраструктуры. В Бердске это, по мнению главы областного Минстроя, едва ли не стало правилом. В частности, речь об отсутствии дороги к будущему садику. Хотя о строительстве объекта знали загодя, в бюджете муниципалитета на подъездные пути и парковочный карман денег не заложили. А нужно около 5 миллионов рублей. Деньги есть или сессия должна состояться? Ну, конечно, сессия. Конечно, сессия. И когда? Ну, у нас посмотрим по графику проведения сессии, пересмотрим бюджета. Ожидается, что строители к сентябрю объект завершат и передадут муниципалитету, а к декабрю садик сможет принять детей. Если получится, то сроки ввода в эксплуатацию сократят. Дмитрий Белькевич, Тарас Тарасов, Новости ОТС.